vocês? Aqui à sua esquerda, vamos ao Cazaquistão. Если мы будем сравнивать с лондонскими результатами, то я думаю, что мы сегодня как бы наши показатели улучшили. И хочу заметить, что сегодня наши боксеры показывают совсем другой бокс. То, что мы видели, допустим, в прошлом году в чемпионате мира в Катаре. Сегодня наши боксеры очень такой агрессивный показывают. В то же время никогда не теряли свою школу бокса Казахстана, техничные. И сегодня, видите, и сами болельщики сегодня болеют за Казахстан. Олимпиада – это финал твоей деятельности за олимпийский цикл. Поэтому я прекрасно понимаю чувство огорчения, кто проиграл, наших ребят, чувство победы, кто выигрывает бои. Поэтому, что интересно, я обратил внимание, что даже чемпионы мира, которые вот в прошлом году показывали результаты, но на Олимпийских играх в силу вот этого мощного психологического давления сегодня многие ребята не могут показать то, что они на самом деле могут показать. Это Олимпиада, тем и отличается Олимпиада. Большой накал страстей, большая психологическая нагрузка. И сегодня тот, кто у кого устойчивая центральная система, кто может спокойно к этому выдержать, вот сегодня те и как бы показывают хороший бокс и выигрывают. Вася сегодня показал тот бокс, который присущ настоящим чемпионам. И вот те люди, которые у нас во имя отвечают за судейство, они сегодня понесли уже наказание. Да. Уже многих судей, которые обслуживают тот матч, сегодня господин Ву официально заявил, что их отстранили до конца Олимпиады. Я думаю, что после Олимпиады еще, наверное, будут какие-то комиссии, будут разбираться. И мое пожелание, как бывшего боксера, да, чтобы улучшить качество судей, потому что это судьбы людей. Когда тренера готовят целый олимпийский цикл, вкладывают здоровье, нервы, когда спортсмены проливают пот, боксируют, завоевывают лицензии, когда на Олимпиаде по вине или по ошибке, или как там, по каким-то договорным, может быть, решениям судей, сегодня ребят лишают тех побед, которые заслужили. Это вообще, честно говоря, не соответствует даже олимпийской хартии. И сегодня, я думаю, реакция будет во всем мире. И после Олимпийских игр она будет дана окончательно.